Приветствую! Сегодня делаем разбор песни из репертуара Андрея Сапунова. Песня называется «Когда поймешь умом». Разбор песни делаем в родной тональности, соль мажор. Разбор песни делал из концертной записи. Итак, я сыграю первый куплет и последний куплет. Второй, третий и четвертый я пропускаю. Они играются так же, как и первый. И потом подробно все расскажу, что я как играл. Приступим! Когда поймешь умом, что ты один на свете, и одиночество, дорога так длинна, то жить легко, и думаешь о смерти, как о последней капле горького вина. Послав страдания на голову мою, послав отчаяние в душе моей правдивой, пошли мне веру, я не спою, и дай мне силы, чтобы быть счастливым, я перед смертью Богу разбираем аккорды для начала. Первый соль мажор. Аккорды не очень сложные, но расскажу все. Первая шестая на третьем ладу, пятая на втором. Басовая шестая струна. Дальше аккорд соль мажор септ аккорд. Верхние пальцы у нас остаются, верхние струны. Нижняя у нас меняется. Первая струна из третьего на первый лад. Басовая также шестая. Дальше аккорд соль дим. Первая, третья струна на третьем ладу, вторая и четвертая на втором, четвертая басовая. Дальше аккорд до мажор. Первая открытая, вторая на первом ладу, третья открытая, четвертая на втором, пятая на третьем басовая. Дальше до мейдж септаккорд. С до мажора убираем указательный палец из второй струны, открываем ее. Дальше аккорд ми минор, четвертая, пятая струна на втором ладу, шестая басовая. Следующий ре мажор, первая, третья на втором, вторая на третьем, четвертая открытая басовая. Дальше ре диез шесть, первая струна на третьем ладу, вторая и четвертая на первом, третья открытая, четвертая басовая. Дальше фа диез дим. Первая, третья на втором, вторая и четвертая на первом, четвертая басовая. В аккордах дим пятая, шестая не играет в нашем случае. Вот основные аккорды я рассказал. Давайте сразу расскажу, каким перебором и боем игралась песня. Значит, перебор такой. Стандартный, несложный. Бас 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. То есть получается у нас меняется только басовая струна, а перебор играем три нижних на всех аккордах. Понятно с этим. Дальше какой бой был? Итак, первый удар делаем в районе басовых струн.
Первый громче, второй потише. И третий погромче, можно громче всех ударов по всем струнам. И снова тихий удар в районе басовых. Дальше вверх, в районе трех нижних струн. И снова сначала. Вот на аккордах нижнего плана, то есть вот как бы ре-мажор, я приопускаю большой палец левой руки, кладу на струны. У меня они приглушиваются так, чтобы не звучали струны. То есть если вы не очень контролируете правую руку, вот можете сделать вот так. Вот, понятно, думаю, с боем все. Давайте разберем, какие моменты были в песне. Итак, несколько моментов на соль-мажоре было. Вот такой момент был в куплете между строчками. Итак, что мы делаем? Соль мажор, первую струну мы можем не прижимать, прижимаем только шестую. Играем 6, 3, 2. Затем, получается, три раза нам нужно сыграть открытую вторую и на первом ладу вторую. И мизинцем затем прижимаем вторую струну на третьем ладу. Итак, 6, 3, и начинаем играть сразу вот эти вот три раза. Вот, когда мы играем вторую струну на третьем ладу, играем также и шестую струну басовую на третьем. Затем играем 4, 3, 4, и открываем вторую. Еще раз. И затем 4, 3, 4. Еще раз. Вот так. И дальше на остальные аккорды. И еще один момент на соль мажоре. Игралось это прием между куплетами. То есть между каждым куплетом вы можете вот на соль мажоре играть вот этот ход. Итак, что мы делаем? Начинаем так же, как и в прошлый раз. Играем 6, 3, 2. Вторая, третья открытая. Вторую прижимаем на первом. Открываем вторую и третью играем. Дальше. Снова играем вторую открытую, вторую на первом и вторую открытую. Затем ставим аккорд соль-мажор, то есть мизинец ставим на первую струну. Играем 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Еще раз. И выход на следующий куплет. Вот такое место было. Дальше давайте разберем. Было место, вот, когда игрался у нас дим. То есть куплет играем. Вот здесь. Итак, на ре мы вышли на ре. Играем 4, 3, 2, 1. Дальше фа, диез, дим. 4, 3, 2, 1. И на ми миноре. Играем обычным перебором. Можем ничего не прижимать, когда мы играем перебором. Если будем, когда уже будем играть, песню также можно чередовать. Куплеты. Один куплет можно играть перебором, один боем. Это на ваше усмотрение. Итак, вернемся. Когда играем перебором, можем ничего не прижимать. Когда играем боем, прижимаем ми-минор. Понятно. Итак, сыграли на ми-миноре. И выходим на соль-мажор септаккорд. Играем 6 и 1 одновременно. 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Вот так. Давайте еще раз. Дальше все по аккордам.
Надеюсь, тоже с этим местом все понятно. Еще были моменты такие в последнем куплете. На аккорде соль дим. Сыграл 4, 3, 2, 3, 1. Здесь замедление пошло в песне. Дальше аккорд ре диез 6. 4, 3, 2, 1 сыграл. Затем аккорд ре мажор шел. Играл так. Ставим аккорд ре сус 4. То есть к ре мажору добавляем первую струну на третьем ладу. Играем 4, 3, 2, 1. Затем убираем мизинец, играем первую в аккорде на втором. И потом первую открытую. После этого шел аккорд до мэйдж. То есть в подряд 5 струн от 5 до 1. И на аккорде соль от 6 до 1. И дальше пошел проигрыш. В песне он пелся вокально, то есть вокалист шел. Я эту партию сыграл на гитаре, но там ничего сложного нет, ее разбирать не буду. Там все видно, не быстро играется. И здесь уже пошло играться боем. Тут тоже ничего сложного нет. Ну вот, пожалуй, все сложности я вам рассказал. Пробуйте, у вас, конечно, все получится. Желаю успехов, спасибо, пока!